Ну и сегодня у нас в гостях группа, которая, по крайней мере, неравнодушна к музыкальной культуре стиляг, поэтому так и называется «Стиляги Бэнд». Узнаем, что же для них далекие советские годы. Итак, здравствуйте, «Стиляги Бэнд». Рады приветствовать вас на нашей тузе. Чуваки, это круто, какие у вас шузы и так далее. Все-таки 50-е, далекие 50-е, что для вас? Это модный винтаж, способ выразиться, хороший способ подзаработать? Ну, в первую очередь, это очень веселая музыка, это отрыв, это позитив, это море позитива, чтобы оторваться от всего того темного, что было, как бы, в 40-х, по крайней мере, и как можно больше веселья и всего такого самого лучшего, яркого и сочного. Ну, вам про 40-е-то уже можно и не думать. То, что было до 50-х. Я предлагаю позитива побольше в нашу студию, поэтому фрагмент вашего выступления прямо сейчас. Ну, что-то не так, сегодня я одинок, и тут я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе и говорю тебе: привет. Мы не виделись с тобой 100 000 лет, и если тебе нечем вечер занять, ну почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты любишь буги-буги, 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 ты танцуешь буги-буги каждый день. Смотрю, гармония у вас во всем, даже в нарядах. Ну, имена у вас необычные, да? Стелла, Алекс. Вы так называете себя в жизни или же следуете все-таки стилистике? Ну, все-таки немножечко сценичного тут есть. Конечно, это сценические наши имена. А в жизни стиль вот такой нет? В метро слабо? Я понимаю, не слабо. Мы ездили, да, ездили в метро. Так. Да. И реакция какова? Разная. Ну, знаете, в метро, если честно, в Москве как бы тяжело удивить людей, потому что и как бы и без нас там очень много ярких личностей бывает, можно встретить, если кто ездит. Я думаю, что многие ездят в метро. Но все сразу всегда понимают, что это стиляги. Всегда. Это стиляги. Да. Но вы стиляги, которые в основном исполняете кавер-версии. Это что, легкий путь к достижению славы? И, ну, кавер-версии. Все уже придумано, вы лишь еще раз напоминаете. Почему кавер? Дело в том, что есть песни, да, которые стали уже классикой, да, и которые ассоциируются с этой эпохой. И не спеть их тоже нельзя. Вот. А на самом деле мы тоже делаем и свою музыку. Просто не так это просто. Как вы понимаете, много разных подводных камней, да, чтобы ее слышали, слушали, любили. Вот, много сложностей. А с исполнением уже как бы признанных хитов, да, с ними, конечно, намного проще. И люди их любят, они ради них приходят на наши концерты. Пока что. Возможно, скоро поменяется какая-то такая система, и будут приходить именно слушать наши песни. Ну, сейчас у нас будет возможность сравнить уже, как исполняете вы известные хиты, и с теми исполнителями, которые, в общем-то, их в первоначальном варианте исполнили. Смотрим. Мы с тобой гуляли, лето вспоминали, у нас есть наша песенка, давай. Без чудес. Каждый день рядом, провожать взглядом, на подъездах письма, словно смс. И ты на миг глаза зажмуешь, и он здесь. Мы бы хотели прожить на дне, в большой холодной морской стране. Может, спросите, а зачем все это мне? Каждый
утренней заре. И как не выбрать спорт при виске дна море. Группа «Стиляги Бэнд» этим утром в студии Life News. Ищите свой стиль, следуйте себе и оставайтесь на Life News.